23 сентября в районе был организован широкомасштабный субботник. Как и всегда, большую помощь в наведении порядка вокруг школы оказались сами учащиеся и педагоги. Проезжая СОЖ номер 1, нельзя было не заметить школьников. Каждый из них был занят своим делом. Благодаря их общим усилиям был облагорожен тротуар и двор школы. Ученики СОЖ номер 2 вместе с преподавателями, в свою очередь, приводили в порядок не только территорию своей школы, но и прилегающую часть парка и аллею по улице Джаримова. Проблемным участком в Кашхабле является территория старой больницы. Здесь очисткой занималась ДЮСШ. На борьбу с мусором в этот день вышли и работники обеих администраций. Женщины занимались сборкой мусора вдоль лобы и объездной дороги. Мужчины работали за переездом. Также массовые работы прошли во всех сельских поселениях района. Особо хочется отметить Бличепсинское и Натырбовское сельские поселения.